Новую форму работы с молодежью – открытые дебаты. Сегодня обсуждали в Витебске на областном семинаре первых секретарей комитетов БРСМ. Молодых людей будут обучать вести диалог и аргументированно высказывать свою точку зрения по поводу любых событий в стране и регионе. Дебаты пройдут во всех первичных организациях на предприятиях области. Все конструктивные идеи и предложения будут аккумулированы. Молодежь Витебской области примет активное участие и в избирательной кампании на всех ее этапах. Вырастает и активность молодежи, в том числе их осведомленность. В том числе мы видим свою функцию, правильная, скажем так, подача информации молодежи, мобилизация молодежи для участия в данных мероприятиях. Безусловно, это вызвано и тем, что мы сейчас готовимся активно к участию в избирательной кампании. На всех этапах планируется участие Союза молодежи, как в избирательных комиссиях, так и наблюдателями. Ожидается, что почти 100 000 молодых людей Витебской области придут на избирательные участки в октябре.